Сейчас мы находимся в районе набережной, в районе метро Минская. Как показывает наше наблюдение, очень много достопримечательностей можно найти на этом берегу. Возьмем хотя бы вот это бревно. Это бревно говорит о том, что много труда было вложено, чтобы сделать вот эту выдающуюся ручную работу, которая неповторимо, не так ручная. Сказать, воспроизводит. Она так вырос. Воспроизводит все тонкости и некоторые, так сказать, нюансы того, о чем вы сами догадываетесь. Я не знаю, использовалось ли это по назначению, но такой экспонат заслуживает находиться в любом хорошем музее этого города. Поэтому я скажу больше, в каждом доме, на всякий музей. Случай. Сотрудники музея, с которыми мне удалось сотрудники и сотрудницы музея, с которыми мне удалось связаться, обещали сделать точные копии этого инструмента и разослать во все уголки, которые в течение месяца появятся во всех крупных супермаркетах города. Это будут копии, их можно будет купить по доступной цене. И можно будет использовать или по прямому назначению, либо для украшения интерьера комнаты. И даже в супермаркетах это будет продаваться? Да, это будет продаваться. Или в специализированных магазинах? Макс, как вы думаете? Это приживется? Будет ли копия вот этого инструмента будет пользоваться популярностью? Будет ли пользоваться популярностью у киевских жителей? Сложно сказать. Обычно сейчас, в общем-то, популярность дежурского населения, наверное, более такие дешевые китайские поделки. Да, латексные основы. Здесь, да, которые здесь берут свое благодаря новейшим технологиям, моторам, встроенным и все прочим. Да, это как бы чисто USB девайсы, это гаджеты. Вероятно, это чисто для ценителей, да, которые натуральное все там ценят. Да. Прежде всего собиратели древности, искусства, благо оно так под такую аптечную под эту поделку сделано. О боже! О боже! Я обязательно себе такой приобрету! Вот, вы уже нашли первую покупательницу! Снимите, пожалуйста, крупным планом, чтобы все могли посмотреть на это чудо. Чудо, на что способны руки человека, да. Сейчас мы вернем экспонат на его место в природе, где он был, а потом он будет торжественно перевезен в музей, о чем мы еще сообщим дополнительно в нашей передаче. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.